Вы бачите тут наших докладчиков. Это медиаэксперт Андрей Александров, автор доклада, и один из авторов доклада, так само старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Значит, про наш формат працы крыху расскажу. Наши коллеги, авторы доклада, презентуют этот доклад и после откажут на ваши питання. Коли тягом працы у вас будут возникать питання, досылайте их в чат. Альбо после их выступов можно будет голосом долучиться и задать свои питання, удокладнить их и так далее. Абсолютно такие свободный формат. Зрешты, День свободы прессы был вчера, тому притримливаемся этой свободы. Коли питання возникают по ходу, досылайте в чате, так само будем отказывать. Ну и мушу сказать, что IT и Zoom это не стопроцентная, значит, система. Может быть, нас выкинуть, может раптом зникнуть интернет. Коли нечто такое у вас отбудется, вы снова зайдите по этой посылке. Все просто, мы не переключаемся. Коли раптом выкинет нас, мы так само вернемся в этот покой, и он будет працевать. Вот. И таким чином поехали. Еще раз представляю Андрея Александрова, один из авторов докладу, медиаэксперт. Коли ласка. Добрый день, коллеги. Рад всех приветствовать, кое-кого видеть, хоть и дистанционно. Очень такой вызов, презентация доклада о свободе медиа в Беларуси в нынешнее время, когда в заголовках у нас один сплошной коронавирус. Но, с другой стороны, мне кажется, та ситуация, которую мы видим сейчас, которую мы вместе переживаем, она как раз очень хорошо иллюстрирует многие вещи, которые мы хотели рассказать своим аналитическим докладом. Я начну, наверное, немножко с предыстории. Предыдущий аналогичный документ мы с Андреем Бастунцом написали и представили 6 лет назад, в феврале 2014 года. Это был такой красивый доклад, который мы амбициозно назвали «За реформы медиа в Беларуси». В том документе мы попытались такими широкими мазками, скажем так, отметить медиаландшафт нашей страны и рассказать о тех законах, которые регулируют деятельность средств массовой информации в Республике Беларусь, и взяли на себя такую смелость выдать определенные рекомендации правительству нашей страны из самых лучших побуждений, чтобы в нашей стране были на самом деле свободные медиа, поскольку мы разделяем убеждение в том, что свободная пресса является чрезвычайно важным элементом демократического общества. И тот доклад 2014 года мы взяли за определенную точку отсчета, и, в общем-то, в сегодняшнем документе, который мы сегодня рады вам представить, мы, так сказать, ссылаемся на документ 6-летней давности и, собственно, попытались проанализировать, что же произошло с медиасферой нашей страны за прошедшие 6 лет. Мы живем в очень быстрое время, время, которое все время ускоряется благодаря новым технологиям, техническому прогрессу. И наша сфера, сфера медиа, пожалуй, первой, одной из первых чувствует все эти изменения. Они происходят молниеносно. И вот мы даже с Андреем говорили, что да, вот и коронавирус нам в этом помог, что большие доклады о медиа, в принципе, устаревают уже на следующий день, еще, наверное, до того, как опубликованы. Тем не менее, в общем-то, мы попытались снова наметить такие основные тренды, основные пункты, которые нам кажутся очень важными, когда мы говорим о медиа в Беларуси. Если говорить о медийном рынке, он
развивается, на нем происходят достаточно интересные изменения, и в этом плане Беларусь не является каким-то исключением. В принципе, все тренды, которые видны на мировом рынке медиа, присутствуют и у нас. Рынок медиа сегодня, благодаря интернету и цифровым технологиям, все больше и больше становится глобальным, а не локальным. Просто несколько тезисов подробно с цифрами, ссылками и данными различных исследований вы можете ознакомиться в самом тексте доклада. Просто общие тезисы. Одним из главных источников информации жители Беларуси до сих пор называют телевидение. При этом различные опросы и исследования показывают, что доля телевизора в медиапотреблении граждан страны снижается. Снижается она благодаря тому, что все больше новостей, информации люди потребляют в интернете, а при этом и традиционные так называемые медиа, в том числе телевидение и печатные издания, все больше переходят на цифровые платформы, следуя за этим трендом. Один из экспертов, с которыми мы общались при подготовке этого доклада, назвал 2019 год в Беларуси годом Telegram. Телеграм-каналы становятся все более популярным каналом распространения информации. При этом многие из них анонимные, совершенно различные направленности, но Телеграм действительно становится достаточно серьезным каналом, и про это говорит даже то, что сам президент страны уже неоднократно на совещаниях упоминал телеграм-каналы как некое серьезное поле и серьезный канал. И мы видим, что в телеграм приходят уже и традиционные медиа, однако первые скрипки там играют все же, собственно, скажем так, новые медиа, какие-то авторские каналы, которые уже являются полноценными медиа в, скажем так, самом современном понимании этого слова и не всегда действуют по принципам традиционных СМИ. Что касается рынка рекламы, по оценкам участников рынка, в прошлом году общий рынок медийной рекламы в стране составил до 115 миллионов долларов США в эквиваленте. Последние годы после падения 15-16 годов рынок подрастал, хотя эксперты отмечают, что все равно по объему он является одним из самых небольших в Европе. В этом году ожидался очередной рост, но мы все видим, что происходит вокруг. Мы видим, что мир вполне реально войдет в новую рецессию, и что будет дальше с рекламным рынком, пожалуй, сегодня не возьмется предсказать никто. Многие эксперты, с которыми мы общались, отмечали ряд серьезных вызовов, которые сегодня стоят перед медиа, перед новостными медиа в Беларуси. Многие говорят, что медиа реально сейчас перед ними стоит вызов нахождения финансовой устойчивости. Если лет 5 назад мы многие редактора говорили о выживании, и, слава богу, это слово исчезло из лексикона, но финансовая устойчивость до сих пор является серьезным вызовом. Медиа нуждаются в кадровом усилении, при этом когда мы говорим про кадры, сегодня все чаще редактора, управленцы медийные говорят о кадрах
которые не связаны уже с производством контента, но скорее дистрибуцией контента по различным каналам, а также специалистов в сфере управления, продаж. То есть мы говорим уже все больше о рынке и возможности зарабатывать деньги на рынке. Ну и плюс я хочу особо отметить еще одну проблему, на мой взгляд, достаточно очевидную, с которой, в принципе, и мы столкнулись при подготовке нашего доклада. Это весьма небольшое количество серьезных и постоянных медийных исследований на рынке. На самом деле, находить данные о состоянии различных сегментов рынка, либо его в целом, очень непросто. И это, мне кажется, тоже серьезный вызов и серьезная проблема. Это что касается проблем и вызовов и каких-то тезисов, которые касаются медиаландшафта и рыночного аспекта, скажем так, деятельности белорусских СМИ. Ну, у нас еще остается большой и часто проблемный аспект – это законодательные рамки, в которых медиа в Беларуси приходится работать, и об этом я приглашаю поговорить моего соавтора Андрея Бастунца, председателя Белорусской ассоциации журналистов. Добрый день, коллеги. Поздравляю вас тоже с прошедшим днем свободы печати и свободы прессы, и с наступающим днем 5 мая, который тоже часть коллег отмечает. Еще два слова относительно доклада, о чем говорил Андрей. Он, в принципе, состоит из трех частей. Одна из них касается медиа-ландшафта, медиа-бизнеса. Вторая часть касается законодательства и практики его применения в стране. Третья часть, которую, кстати, не было в докладе от 2014 года, касается информационной безопасности страны. Это не только наши исследования. В документе, не знаю, там, около, наверное, десятка проанализировано других исследований, и есть ссылки на их результаты. И мы сейчас скорее презентуем сам доклад, чем некоторые выводы из него, ибо сам доклад более 60 страниц, и понятно, что всю эту информацию, которую собрана в нем, сейчас сказать сложно. Андрей, к тебе просьба, сделай звук своего компьютера потише, потому что фон мы слышим в чате. Раз-раз. Раз-раз, это... Ну, ты сделал те же колонки, да? Ну, я просто отодвинусь немножко, и, может быть, так будет. Можно. Дякую. Почему, кстати, я уже вспомнил сейчас про информационную безопасность? Потому что, как мы знаем, эта проблема возникла как раз-таки после 2014 года. Она не возникла, она существовала и ранее, и была очень серьезной. Но именно ситуация в Украине, аннексия Крыма, информационные гибридные войны, все это стало актуальным именно после 2014 года. Что касается законодательства и практики его применения, Андрей упомянул, что предыдущий доклад назывался «За реформу в Беларуси». Но вообще его первое название было «Предполагаемое время реформ». Мы, к сожалению, уже тогда понимали, что мы по-разному понимаем реформу, возможно, с теми людьми, которые способны их осуществлять. И реформы пошли не в том направлении, в котором мы их планировали. С того же самого 2014 года начались штрафы в отношении журналистов-фрилансеров,
ранее они получали, например, предупреждение прокуратуры, а сейчас стали объектом судебных процессов. В это же время были внесены изменения в законодательство о СМИ в 2014 и 2018 году, и которые серьезно ужесточили государственный контроль над медиасферой, в первую очередь над интернет-пространством. Мы проходили и через уголовные дела с участием журналистов или блогеров, но прошлый год, замечу, был вроде бы достаточно спокойным в отношении медиа, такой более вегетарианским, чем предыдущие. Однако, тем не менее, я вот хочу вам продемонстрировать один слайд. Так, видно сейчас слайд? Да, все видно. Да, вот это слайд, в котором указаны, хотя нет, ну да, здесь задержание журналистов и штрафы по статье 22.9, которая как раз начала с 2014 года применяться. И мы вот видим, что пик, пожалуй, наибольший пик давления на независимых журналистов был в 2017-2018 году. Однако и вот этот вот, как я сказал, вегетарианский 19-й год, тоже его показатели по этим двум всего лишь индикаторам превышают то, что было в 2014-2015-2016 году. И здесь еще не зафиксированы, замечу, уголовные дела. То есть ситуация продолжает оставаться напряженной. Мы не знаем, как повлияет на эту ситуацию этот год, 2020 год, потому что, да, действительно, тут есть и коронавирус, и грядущие президентские выборы. И вот именно, естественно, о коронавирусе, когда мы начинали готовить доклад, никто еще тогда не думал. Но президентские выборы, они были, я кажу, на видовоку. Мы все знаем, что они должны произойти в этом году. И, собственно говоря, вот их приближение тоже было одним из факторов, которые подвигли нас вернуться к тому докладу, который мы делали несколько лет назад, и попытаться его не то чтобы обновить, а проанализировать основные тенденции ситуации в медиапространстве страны. Андрей Александров, ты что-то добавишь? Не вижу Андрея. Не Я вижу думаю, этого. Что если есть какие-то вопросы или ремарки, пожалуйста, коллеги, либо в чате, либо голосом. Дайте понять Борису, что вы хотите задать вопрос. Нет, можно спокойно просто его задавать или в чате, или просто голосовать и задавать. Так, если вопросов нет, я... Так, кого там? Просто не могу. Кто там отключить звук? Так, я отключил на всякий выпадок во всех гук. Кто будет долучаться, еще раз подключайтесь. Значит, коли питання пока что нема, у меня питання от себе до Андрея, напевно, Бастунца, про ситуацию с з медіа найновшу, скажем так, ми зараз казали агульно, да, про некі такі тренди більше такого часового періоду, да, коли казати про ситуацію медіа там останніх місяців. Може бути, ти нек сформулюєш, і що зараз, як виглядає праця колег і вогулі що відбувається зараз в нашому медіа секторі.
Ну, сегодня мы бачим, что холодно. Так, Андрей, это у тебя. Обратно нужно. Угу. Задайте до питания некое Андрею Александру. Да, давайте Андрея включим в наушники. И попробуем избавиться от этого фона. Медийного, ненужного. Вопрос задать. Калиновка. Наверное, вопрос Андрею Александрову, который сказал хорошую фразу, что сейчас перед медиа не стоит вопрос выживания, а скорее устойчивого развития. Вот можно пояснить, как так получилось, что за 5 лет медиа смогли, получается, существенно улучшить свои экономические показатели, или как это сказать? Свое материальное состояние. Дякую. То, что я вижу, что происходит, на самом деле, это большее осознание себя как медиабизнесов и большая работа в рынке в разных аспектах и направлениях, да, то есть в изданиях, которые раньше вещали, делали контент, сейчас появляются отделы продаж, появляется реклама, многие издания делают нативные проекты, причем классные как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения партнерства с местным бизнесом. Видно появление реальных локальных медиа, которые, во-первых, видят свою аудиторию и начинают превращать аудиторию в сообщество. Да, то есть аудитория больше не безликий трафик, а это на самом деле аудитория. И следующий шаг — это сообщество. И, в общем-то, и местный какой-то бизнес подключают. Ну и опять же я говорю, что немаловажный факт, что последние несколько лет в Беларуси рос рынок рекламы, и, соответственно, просто больше появлялось каких-то возможностей для рыночных действий. Мне кажется, в этом главные достижения белорусских медиа последних лет. Но, опять же, эта работа должна продолжаться. Вот, все равно есть еще небольшой перекос в редакциях в сторону персонала, который производит контент, а сейчас все больше и больше большую важность приобретает дистрибуция контента, то есть мало сделать прекрасную, замечательную журналистику, нужно еще обеспечить то, чтобы эта прекрасная, нужная и важная журналистика достигала аудитории, и затем эта аудитория, собственно, предлагалась рекламодателям, брендам. То есть тут еще работать и работать. Дякую, слышно Андрей. Мене, да, Андрей, нарешті з добрим долучився. Ага. Рада тебе знову чути. Значить, у мене до тебе було питання, покуль ні у кого немає. Андрійочка, можна я спочатку додам до того, що зараз Андрій казав, криху заходячи на його територію, як кажуть, але тим не менше, не тільки писав частково доклад, але й читав його. І там є красомовні графіки, які показують, як реклама, як змінялися шляхи реклами до меду і як змінялися аудиторії, не аудиторії, а ось кількісні показники аудиторії різних типів меду. І ми бачимо з них, що телебачення після певного спаду зараз такий
плато там ідзе, відавочна павышэнне ролі інтэрнэта, і гэта тычыцца і як колькасных паказчыкаў па аўдыторыі, і рэкламных. І з іншага боку мы бачым вельмі сур'ёзны спад у друкаваных медыя. І вось, калі мы кажам пра фінансавую ўстойлівасць, мы ўсё ж такі мусім казаць, што гэта не для ўсіх медыяў сёння ёсць трэндам. Друкаваныя медыя ім усё цяжэй і цяжэй на гэтым рынку. Ну а зараз скажы сваё пытанне яшчэ раз. Да, пакуль ні ў кога няма пытанняў, маё пытанне па сітуацыі з апошнімі тыднямі. Я, дарэчы, зраблю такі невялічкі анонсік. Мы збіраем па розных рэдакцыях інфармацыю, калі рэдакцыя гатова падзяліцца пра тое, як лёгка, цяжка атрымліваць інфармацыю, звязаную з COVID-19, калі ў вашых рэдакцыях былі выпадкі, калі вам адмаўлялі ў інфармацыі, і вы гатовы пра гэта расказаць, напішыце нам на... Мне можаце ў Фейсбук, не ведаю, на пошту нашу прэс-сабака-башбай. Літаральна днямі будзе такі матэрыял. Ужо многія вялікія выданні падзяліліся з намі такімі звесткамі, калі ваша рэдакцыя таксама хоча сказаць, далучайцеся. А маё пытанне было пра апошні некалькі месяцаў, да, сітуацыя з доступам да медыя, Андрэй, пагаршаецца. Што яшчэ вот на медыаполі ты, можа быць, хацеў выдзеліць бы за апошнія, некалькі месяцаў, за вот гэты каранавірусны перыяд, скажам так? Ну, уласна кажучы, менавіта гэты каранавірусны перыяд, ён зараз з'яўляецца вызначальнай сістэмай каардынат, у якіх медыя і працуюць, і калі навінавыя аддзелы буйных інфармацыйных агенцтваў кажуць, што каля 80% інфармацыі звязаная менавіта з вірусам, то гэта зразумела, што гэта галоўная праблема, галоўная тэма. І гэта праблема так, з аднаго боку гэта доступ да інфармацыі. Там мы, напрыклад, калі кажам пра інфармацыю з боку Міністэрства аховы здароўя, так мы бачым, што розныя былі перыяды, калісьці больш поўную інфармацыю атрымлівалі журналісты, калісьці ім давалі нейкія рэбусы разгадваць, але відавочна, што гэтай інфармацыі не хапае. З іншага боку мы бачым пераслед, ціск на тых медыя, якія ва ўмовах недахопу інфармацыі спрабуюць яе данесці, зрабіць высновы. Могуць быць пэўны і памылкі з боку гэтых медыя, але яны ж выпраўляюцца, і тым не менш яны трапляюць па ціскі, як самы для мяне красамоўны прыклад гэта выданне «Медыя Палесся», якое толькі паспелі яго пасля 8 спробаў зарэгістраваць у якасці сеткавага выдання, у якасці сродка масавай інфармацыі, як амаль там у той самы дзень Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне гэтаму выданню, а потым быў складзены пратакол, які вось зараз там паміж судовай міліцыяй ходзіць. Першы, наколькі я ведаю, пратакол па трэцяй частцы артыкула 22.9, якая зноў-такі толькі ў мінулым годзе пачала працаваць у заканадаўстве за парушэнне заканадаўства АСМІ, дзе вельмі сур'ёзныя штрафныя санкцыі, і гэта пры тым, што па вялікім рахунку тая інфармацыя, якую распаўсюдзіла гэта выданне, магчыма, нават пазітыўна паўплывала на лёс тых асобаў, пра якіх ішла там гаворка. Хворых на каранавірус, я нагадаю, што выданне напісала, што адзін чалавек памёр, але насамрэч ён застаўся жывы, і дзякуй Богу. Дзякуй вялікі, Андрэй. Калі ёсць яшчэ калегі пытанні, зараз ёсць час іх задаваць по теме доклада, и, может быть, по теме свободы слова. Долучайтесь, подключайтесь. Пытанечка у нема. Ти не вторихтуется, не ведаю. Погляжу в чат. Так само там затиша. И да, Александрова, у меня есть пытание, Андрей, покуль люди думают, знову такие. Расте
трафик на сайты, да, вот опошние месяцы я поглядел, что просто вырастало все, реально вельми серьезно. Змогуць наши меды, як ты меркуеш, конвертовать гэты трафик, скажем так, у великую такую грунтовную свою аудиторию, за якой можно будет працаваць далей, вогулі у тебе, як у медыа-эксперта, якія парады ёсць сёння для выданняў, якія сутыкнуліся, а фактычна все сутыкнуліся з ростом трафіка, тому што людзі шукаюць інфармацыю, людзі зараз знерваваны і шукаюць дадзеныя, што як сябе паводзіць і гэтак далі. Ну, это, собственно, один из главных вызовов, конвертировать, я уже говорил, конвертировать трафик в аудиторию, знать свою аудиторию, найти ее и, собственно, предлагать ей дальше то, что этой аудитории нужно, а в идеале вообще создавать из аудитории комьюнити, то есть становиться органичной частью определенного сообщества, быть частью, приносить ей какую-то пользу. В принципе, я вижу, как наши медиа, наши менеджеры, наши журналисты учатся, как они внедряют новые технологии, новые подходы, поэтому я надеюсь, что с этим все будет в порядке. Так, спасибо, Андрей. Есть ли вопросы, коллеги? Такой даем последние несколько минут, если они появились, чтобы не задерживать. Я знаю, многим надо отписаться и подготовить какие-то материалы. Если вопросов нет, я пока скажу небольшой анонс на этой неделе, на этом тыдні, 7 травня, у нас черговый вебинар компании «За право на информацию». И он, анонс на сайте стоит. Вебінар «Правовое регулювання дзейнасці СМІ». Калі ласка, кому цікаво, регіструйтеся. Лена Лисакова, «Оборона гонару і годності ділової репутації», Сергій Зікрацкий, «Законодавство об авторському праві», 7 травня о 15 годині регістрації на сайті Білоруської асоціації журналістів відкрита. Калі питання не з'явилося, тоді я ще раз віншую всіх з пройшовшим днем свободы прессы, завтрашним днем друку и 7 числа днем телебачення и радио. И желаю всем пленной працы, здоровья в первую чергу, и вытрывать и этот период, и каб ён пошел нашим медиа на корысть. Может быть, мои коллеги нечто так само скажут на развитание. Да, спасибо, коллеги. Все было очень быстро и эффективно, как мы любим. Тексты докладов на русском и белорусском языке по ссылкам на сайте БАШ. Читайте, думайте, применяйте. Скоро также опубликуем английскую версию доклада. Мы собираемся наш доклад, как и предыдущий, разослать всем стейкхолдерам и в первую очередь государственным органам, которые ответственны за законы и их применение, что касается медиа в нашей стране. И от себя лично, и Андрей, я думаю, присоединится, мы в очередной раз выражаем готовность обсуждать и с государственными органами, и с профессиональным сообществом, и с гражданским обществом Беларуси наши предложения, предвосхищая возможные реакции, сразу хотим сказать, что мы доклад делали не из вредности, не из желания насолить нашей родине, а действительно для того, чтобы ситуация в ней становилась лучше, чтобы мы жили в свободной и демократической стране. Спасибо всем, легкого понедельника, хорошей недели и оставайтесь здоровы. Да, коллеги, я так само долучаюся до віншування з усіми професійними святами. Я ще раз віншую вас усіх, нас усіх. Тримайтеся правди, бувайте здорові, живіться багато. Всього найліпшого. Дякую, великий Андрей. Ну що ж, доброго понеділка, дякую, що були з нами. Заходьте на сайт Білоруської асоціації журналістів. До зустрічі.